Глаза не открыты, напройденный путь. В небе греха мне не дал утонуть. Глаза не открыты, напройденный путь. В небе греха мне не дал утонуть. Надежда Васильевна поет. И вот я в молитве стою пред тобой. Веди меня, Боже, своею рукой. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. И только не дай мне погибнуть. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. Я обещаю тебя прославлять и словом, и делом тебя. Чтоб люди увидели свет твой во мне, и светом великом мы шли все к тебе. Спасибо, Христос. Надо хор составлять. Имени Лапкина. При жизни. Тогда точно скажут, вот лапкинцы. Вот кто вот эту вот книгу так уронил, что она разлетелась вот так вот, а? А ведь она у меня лежала лет 6 или 7 дома. Только сюда принес. Так, Сергей, ну направляй свое. Подключайся, начинаем занятие. Так, сестры, постарайтесь скорее стол протереть и отойти. Быстро стол протереть, протрите, чтобы можно занятие начать. На такой стульке они удерживаются. Ну вот сюда, если его приведет. Давай кастрюлю. Ну а тогда здесь уже будет держаться, а там страничка подержится. Ну вот такую надо бумажку только вот сюда приклеить. Вот эту вот тогда сюда перейти, а у меня нет ничего. Сегодня не подержит. Есть псалмы? А есть? Может, нет, вот там. Здесь половинчик. Да. Занятие. Так, все, занятие. Подготавливаемся. Так. Совершайте молитву, а вы быстренько убирайте тазики, туда несите на кухню. На кухню, сказал, несите, быстро берите в руки. Все, к столу больше не прикасайтесь, началась учеба. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего крови живого дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живого дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живого дарова. Благослови, Господи, занятия по слову Твоему святому, братья наши, даруй, Господи, чтоб все мы наследовали Царство Небесное, которое уготовал Ты святым Твоим праведным. Позволь, Господи, быть участниками этих великих исторических событий, которые, Господи, Ты даровал нам исполнить в благовестие Слова Твоего Святаго.
Помоги, чтобы еще многие неверующие люди стали искренне верующими в Тебя, Господа и Творца. Зачем Ты и пришел в этот мир? И даруешь верным Своим это великое действо, проповедь, благовестие. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, все, занятия начались.